Добро пожаловать на нашу серию обучающих видео по эффективному использованию сервиса JobV.eu. В предыдущих видео мы познакомились с методикой нахождения подходящих для вашей компании соискателей на должность, а также клиентов, ищущих подрядчика для выполнения их поручения, используя так называемые популярные теги, фильтры объявлений и поисковые запросы. В этом видео я познакомлю вас с использованием интегрированной системы обмена сообщениями с возможностью применения функции онлайн-перевода текста для контакта с частными лицами по поводу заинтересовавшего вас резюме или поручения. Для того, чтобы использовать почтовую систему, вы предварительно должны войти в ваш профиль пользователя-представителя компании. Как это сделать, мы уже рассматривали в видео «Создание пользовательского профиля «Представитель компании». Чтобы перейти в панель сообщений, нужно нажать на кнопку с изображением почтового конверта, которая находится в верхней правой части сайта, рядом с изображением аватара или логотипа вашей компании. Также открыть панель сообщений можно в меню «Мой профиль» и выбрать «Сообщение». Так как к профилю компании может быть добавлено несколько контактных лиц, ответственных за подбор сотрудников, поиск клиентов и организацию обучающих курсов, публикующих для этих целей свои объявления, то и сообщения от частных лиц они могут получать, каждый, по своему каналу. При нажатии на кнопку с изображением почтового конверта или в меню навигации «Мой профиль», «Сообщения», откроется список контактных лиц, через который можно перейти к сообщениям одного из контактных лиц. Так выглядит панель сообщений, если контактное лицо еще не отправляло ни одного сообщения частным лицам и также ни одного не получало. Давайте посмотрим, как на примере заинтересовавшего вас резюме можно использовать интегрированную систему сообщений для контакта с соискателем. Для этого с помощью строки навигации или при использовании смартфона, с помощью меню навигации мы перейдем в раздел «Ищут работу». Допустим, вы представитель компании Schmidt Schraubing GmbH, и вас заинтересовало, например, это резюме «Ищу работу рабочим на производстве». Нажимаем на его заголовок для детального просмотра всей информации о соискателе. Просматриваем все пункты объявления. Если этот соискатель вам подходит, то можете запомнить его резюме в ваших «фаворитах», нажав на символ сердечка, находящийся справа над заголовком объявления. Если этот соискатель разрешил доступ к своему профессиональному профилю, вы можете нажать на его аватар для того, чтобы узнать больше информации о нем. В этом случае перед вами откроется панель с дополнительной информацией об этом соискателе. Если вы хотите задать вопрос соискателю, перейдите в раздел «Контакт», «Его резюме». В нижней части этого раздела находится список всех контактных лиц вашей компании. Выберите ваше имя, нажав на соответствующую строку. Это необходимо сделать, чтобы ответ от пользователя был отправлен на ваш почтовый ящик, а также на адрес вашей электронной почты было выслано извещение об этом сообщении. Чтобы составить сообщение, нажмите на кнопку «Написать сообщение». После этого появится панель, в которой вы можете составить ваше сообщение. Рассмотрим подробнее, из чего состоит панель «Написать сообщение». Для этого развернем панель до максимального размера, нажав внизу панели на строчку «Перевести DE/ENR». Как вы можете видеть, панель состоит из двух полей для ввода текста сообщения «Оригинал» и «Перевод». Если вы составляете сообщение на том же языке, на котором вы его хотите отправить, в нашем случае на немецком, то написать его должны в верхнем поле «Оригинал» и нажать на кнопку «Отправить». В том случае, если вы хотите его составить на русском языке и потом перевести на немецкий, вы должны написать ваше сообщение в поле «Оригинал» и затем нажать на кнопку «Д». В поле «Перевод» появится перевод вашего сообщения на немецкий язык. После этого вы можете при необходимости подкорректировать перевод вашего сообщения и нажать на кнопку «Отправить перевод». Через несколько секунд в верхней части сайта появится извещение о том, что ваше сообщение было отправлено. Чтобы в этом убедиться, вы можете зайти в панель «Сообщение», нажав на почтовый конверт, а затем в появившемся списке контактных лиц выбрать свое имя. Перед вами откроется панель сообщений. Здесь, в левой колонке, находится список всех ваших переписок или чатов. Отдельно по каждому резюме и каждому поручению, относительно которых вы контактировали с частными персонами. Если вы используете смартфон, открыть список переписок можно, нажав на кнопку с символом «Знак больше». Вы можете видеть имя частного лица, когда последний раз оно просматривало сообщение. Находится ли оно сейчас онлайн, зеленый кружок на аватаре, или офлайн, красный кружок на аватаре.
Ниже находится тема переписки, в нашем случае это заголовок резюме пользователя, нажав на который откроется описание этого резюме. Еще ниже находятся две кнопки «Блокировать переписку» и «Удалить переписку». Если общение с каким-то пользователем для вас нежелательно и вы не хотите больше от него получать сообщения, вы можете нажать на кнопку «Блокировать переписку». Если какая-то переписка вам больше не нужна, вы можете ее удалить, нажав «Удалить переписку». Когда частное лицо ответит на ваше сообщение, то на символе почтового конверта появится цифра 1. Одновременно на вашу электронную почту будет выслано извещение о новом сообщении. Перейдите в панель сообщений, нажав на кнопку с изображением почтового конверта, а затем в появившемся списке контактных лиц выберите свое имя. В столбце переписок вы также видите цифру 1 в красном кружке, обозначающую одно непрочитанное сообщение в данной переписке. Нажмем на имя частного лица, отправившего это сообщение. В панели сообщений появится новое сообщение от этого частного лица. Если у вас возникают трудности с переводом текста сообщения, вы можете воспользоваться интегрированным переводчиком, нажав на слово «Перевод», которое находится непосредственно под сообщением. При этом перевод будет выполнен на тот язык, на котором в данный момент работает сайт. Чтобы ответить на сообщение, нужно нажать на кнопку «Написать сообщение», которое находится внизу этой панели. После этого откроется новая панель «Написать сообщение». Как и прошлое сообщение, вы можете написать его на языке, на котором сейчас работает сайт, затем перевести на немецкий и отправить перевод, либо написать сразу на немецком и отправить оригинал. В нашем примере мы снова воспользуемся функцией перевода. В том случае, если вы получили сообщение со странным на ваш взгляд содержанием, не относящимся к теме вашего вопроса или в сообщении присутствует ненормативная лексика и тому подобное, то речь идет скорее всего о фейковом аккаунте частного лица. Пожалуйста, не отвечайте на такие сообщения и сразу блокируйте такую переписку нажатием кнопки «Блокировать переписку». После этого нажмите на кнопку «Сообщить о нарушении», которая находится внизу панели сообщений. Перед вами появится новая панель «Сообщение о нарушении». В ней вы можете кратко указать, где и какое нарушение вы обнаружили. Ваше сообщение будет конфиденциально направлено модераторам сервиса, которые могут принять решение о возможном ограничении доступа нарушителя к нашему сервису. Еще хочу уделить внимание функции поиска переписки по ключевому слову. Эта функция может быть вам полезна, если у вас большое количество переписок и поиск нужной переписки достаточно затруднителен. Для облегчения этой задачи вы можете в строке поиска ввести несколько букв имени частного лица или темы переписки. В этом списке будут показаны только те переписки, которые соответствуют критерию поиска. Мы рассмотрели с вами использование интегрированной почтовой системы на примере контакта с соискателем по поводу его резюме. Аналогичным способом вы можете отправлять сообщения по поводу заинтересовавших вас поручений или заказов частных лиц. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео.